первая песня называется «Алёша Казнин». Очень странная для меня песня. В Эмиратах арабский шейх его казнил. Может быть, он в Омане, заподозренный в обмане, играет на стороне каких-то темных сил. Я помню, что он был веселый и очень смешной. Он был смешной и веселый, и ходил со мною вместе в школу, и ругался матом за моей спиной. На голове был его непослушный клок, и сколько в долларе рублей легко он вычислить мог. А потом как-то вдруг прозвенел последний звонок. Начальная школа ушла в небытие, и вместе со мною Алёша покинул её. И его поглотила реальность, и всё, что от него осталось, несколько кадров в сознание моё.